Облаштування клітки гризунчику вельми важлива річ, бо потрібно зробити це правильно, врахувати усі потреби маленького зубатого друга. Маленька компанія сьогодні розкаже, які речі є універсальними та важливими для помешкання гризунів. Клетка для грызуна должна быть просторной, максимально просторной, чтобы хомячку или другому грызуну было в ней удобно и комфортно жить. Нужно учитывать, что в клетку нужно разместить достаточное количество аксессуаров. Это такие как домик, мисочка, разные тоннели, колесо. Все это в клеточку должно хорошо стать, и хомячок должен передвигаться свободно по клетке. Саме тому важливо не промахнутись із розмірами клітки. Клетка должна быть такого размера, чтобы в клетку все аксессуары могли хорошо стать. Зверніть увагу на те, що у гризунчика обов'язково має залишитись місце для вільних пересувань кліткою. Дуже важливо, облаштовуючи клітку, не забути про усі необхідні речі. Тому існує навіть порядок, що за чим ставити. Прежде чем купить животное, вы должны продумать, какую клетку вы выберете, и выбрать все, что нужно для грызуна в клетку. Это должен быть домик, колесо, кормушка, разные тоннели, которые могут идти уже в комплекте с клеткой, либо они могут отдельно покупаться. Это могут быть разные лесенки, мостики, по которым хомячок будет передвигаться и весело проводить время. Про колесо ми наголошуємо не дарма. Це спеціальний тренажер для гризунчика, який грає вельми важливу роль у його здоров'ї і допомагає, по-перше, не набрати зайву вагу, по-друге, скинути надлишок енергії. Есть клетки уже с готовым оборудованием, то есть в нее входит уже тоннели, колесо, домик, поилочка. Вот. А есть клетки, которые не оснащены этими аксессуарами. Тут уже простір дається тільки вашій фантазії, але про найнеобхідніші речі завжди слід пам'ятати. Дана клеточка оснащена уже колесом, поилочкой, тоннелями, мостиком, лесенкой такой вот, полочки, две полочки, по которым хомячок может забираться, и домик. Здесь очень много места, где может хомячок путешествовать. Окрім обов'язкових речей, існують ще й допоміжні, які можна час від часу ставити чи прибирати з клітки. Это может быть, допустим, угловой туалет. Грызунов также можно приучать к определенному месту. Для этого есть пластиковые угловые туалеты, которые ставятся в уголочек, и можно хомячка приучить ходить в один угол в туалет. Также хомячки любят чистить свою шерстку. Для этого им нужен бассейн с специальным песочком. Вот. Он туда забегает и очень весело наблюдать за тем, как он купается и чистит шубку. А ще існують різноманітні підвісні гамаки, які додадуть до оселі гризуна затишку та тепла. Существуют различные сенозаборники, либо же это может быть кормушка-шарик, куда можно набивать сено, и хомячок, играя, сможет кушать сено. И таким образом сено не распространяется по всей клетке, клетка чистая, и плюс хомячку интересно с ней играться. Также грызуны любят играться. Существует масса различных игрушек, которые выполнены из натуральных материалов. Это может быть дерево, лоза. Тоже достаточно интересно наблюдать за тем, как он играет. Они бывают в форме шариков, валиков, с колокольчиками, которые хомячок может кушать и играться. И вы можете не переживать о его здоровье. Бережіть своїх улюбленців. Не забувайте, що клітка для них є не лише будиночком, а й цілим світом, який тільки ви можете урізноманітнити. Маленька компанія бажає усім гризунам затишних та добре облаштованих домівок.